Всем привет, ребят, с вами Слит, и сегодня мы будем играть в Мопио, но только на телефоне. Да, мы постараемся докачаться до черного дракона, но мне кажется, что это будет очень-очень сложно сделать. А перед началом ставь лайк, если хочешь, чтобы я еще раз играл в Мопио. И вот эти ребята попали сегодня в видео. Если ты тоже хочешь попасть в видео, просто пиши много комментариев. А мы давайте уже зайдем и посмотрим, как здесь вообще управлять. Ну-ка. А, ну здесь есть джойстики. То есть, в принципе, здесь не так уж и сложно. Главное, это не терять контроль. Видите, когда я трогаю этот джойстик, она у меня двигается. А когда нет, то она... А, она у меня все равно двигается. Ух ты, мясо. О, прокачались уже до кролика. Я думал, что я вообще не смогу прокачаться здесь. Так, а левая кнопка — это у нас бег. Ух ты, уже свинюшка, ничего себе. Может быть, мне стоит вообще играть на телефоне только? Как быстро я прокачиваюсь здесь, оказывается. Офигеть, уже кротик. Но мне кажется, я как-то очень быстро прокачиваюсь. О, мышка, привет. Привет, мышка, пока, мышка. И вот, мы уже, смотрите, прокачались до кротика, а дальше пойдем уже, скорее всего, в океан. Пока все идет довольно-таки... О, смотрите, там касатка, большая касатка умирает. Офигеть! Нет, я мясо пропустил, я все мясо пропустил, ну как же так? Эх, ну сейчас мне не очень повезло, ну ладненько, ничего страшного. Мы сейчас потихонечку здесь будем прокачиваться. Кстати, я неплохо играю здесь на телефоне. Кстати, ребята, пишите, кто из вас тоже играет на телефоне в Мопио. Мне кажется, таких игроков много. Тихо, мышка, иди сюда. Отлично. Вот, о, нет, уходим. Осторожно, там зебра. Зебра меня могла скушать. Да, это сложно, ребята, это очень сложно сделать. Если вы еще не пробовали прокачиваться на телефоне, то обязательно попробуйте, потому что это реально сложно на джойстике управлять. Давайте с вами посоревнуемся, кто дальше прокачается на телефоне. Пока что я кротик, ребята, но я, видите, я пока что не собираюсь умирать. Правда, видите, у меня почему-то он постоянно дергается. Ну и кружится на одном месте. Я не понимаю, зачем он это делает, кротик. Он какой-то странный, у меня кротик попался. Подождите-ка. Либо это просто джойстик. А, вот, смотрите, розовый камень. Ура, наконец-то, смотрите. Сейчас мы немножко камешек поедим. Вот, отлично. И, в принципе, скоро можно будет пойти даже уже в океан. Сейчас, подождите, мне нужно еще на лени. Нет, давайте сразу пойдем в океан. Что-то здесь очень опасно становится. Там еще были эти орлы. Вот, и потихонечку прокачиваемся. А здесь мы можем уже нырять вот таким вот образом. О, нету, уходим. Фух, ребят, успел. Нажал все-таки и успел идти под воду. Давайте уйдем в норку. Так, побыстрее только. Вот, отлично. Все, и давайте побежали отсюда. Офигеть, ребята, уже чернильница или кто это? Я постоянно забываю, что это за животное такое. Постоянно забываю. Вот вы мне пишите в комментариях, что это за животное. Я постоянно забываю. Забываю и постоянно называю ее чернильницей, потому что она пускает свои чернила черные. Но ничего страшного. Главное, что мы сейчас снова прокачаемся, надеюсь. А, тихо, уходим под воду. Все, ребята, ушли под воду. Отлично. Все, ушли под воду. И дальше мы можем снова собирать водоросли. Все, в принципе, пока идет идеально, ребятки. Нет, уходим, отлично. Фух, я не хочу, ребят, вообще ни разу умирать на телефоне. Это, конечно, сложно сделать, потому что я первый раз играю на телефоне. Первый раз. О, это очень сложно. Фух, акула. Это очень опасно было. Давайте уйдем в другую сторону. Плюс, точнее, наоборот, минус — это то, что здесь еще меньше обзор. То есть я не вижу, например, что находится слева и справа. Вообще, я только вижу, что у меня сверху и внизу находится. Уходим. Быстрее беги, медузы. Фух, ребята, ушли. Так что поле обзора у меня очень маленькое. Из-за этого я вообще не вижу большинство здесь животных. Но это ничего страшного. Главное, чтобы я хорошо реагировал и спасался нырянием под воду. Уходим, просто питаемся дальше. Отлично, скоро, ребята, скоро прокачаемся уже. Скоро, совсем скоро. Так, идем дальше. Так, пока что 214 место, ребятки. Офигеть, давайте скушаем того чувачка. Иди сюда, моллюск. Креветка, смотрите, застряла здесь. Нет, я хотел скушать ее. Ну же, ну блин, я не могу ее скушать. Она слишком маленькая, пролезла в дырочку туда. Давайте вот так вот попробуем. Ах, нет, все равно нельзя, ребята. Слишком маленькая креветка для моих уст. Вот, отлично. И прокачиваемся уже до медузы. Ура, наконец-то мы можем подбирать коричневые водоросли. Офигеть. Тихо, спокойно, ребятки. Без паники. Меня чуть колючка не подрезала. Вот.
И потихонечку снова прокачиваемся. Да, ребята, это очень круто. Это очень круто, то, что можно играть в Мопио на телефоне. В школе или еще где-то. Тихо. Где есть интернет. Вот, так что можете играть. И на самом деле ссылочку я оставлю, наверное, в описании на это приложение. Это получается Android-приложение. Вот. Так, прокачиваемся, уходим под воду. Отлично, смотрите, акула не может теперь меня догнать. Ух ты, мясо, подбираем все мясо. Отлично, просто шикарно. Ой, тут еще всякие эти моллюски, всякие, точнее, колючки. Ух ты, колючка там, смотрите, в ФК ушла, по-моему. Опа, скушали. Уходим. Ай-яй-яй, ребятки, только до медузы прокачался. Так что, ребята, вот так вот мы прокачались до медузы пока что только. Давайте попробуем еще немножко прокачаться. Так что я думал, что я вообще прокачаюсь там до дракона, но, видите, что-то меня подвело. Наверное, это из-за того, что я первый раз играю на телефоне, из-за этого я прокачался пока только до медузы. Так что, ребята, пишите в комментарии, до какого животного вы прокачались в первый раз. Будет интересно посмотреть. Вот, а я уже тут во второй раз попытаюсь сейчас прокачаться. Хоть как-нибудь. Так, главное, очень аккуратно. Снова берем и прокачиваемся. Отлично, просто шикарно. Ух ты, еще еда. Еда, больше еды. Мне нужна... Кстати, а мы же можем пойти в Арктику, ребятки. Там же тоже, в принципе, безопасно. Я вообще забыл то, что здесь есть Арктика в Мопио. Совсем забыл про эту Арктику. Но посмотрим, если удастся, то мы туда пойдем. Потому что там реально тоже безопасно, как и в океане. Потому что там очень мало животных. Так, потихонечку прокачиваемся. И, ребята, сейчас будет уже следующее животное. Я думаю, что да, ребята, мы пойдем сейчас в Арктику. Потому что здесь реально безопаснее играть. Вот. И здесь мы будем спокойно кушать всю еду, все эти грибы. О, нет, тут всякие, есть только моржики. Надеюсь, они меня не будут убивать. Вот. И можем, на самом деле, ускоряться даже здесь. Просто брать и ускоряться. О, побежали. Офигеть, ребята. Ну да, попробуем. Давайте в Арктике теперь немножко покачаться. Вот, здесь немножко попроще должно быть. Осторожненько. Нет. Уходим. Зачем я ушел в тупик? В тупик зашел. Хорошо, что за мной морж не побежал. Сейчас бы он меня скушал точно. На самом деле, больше особо ничем не отличается Мопио от... стандартный Мопио. О, привет, пингвинчик. Нет, уходим. Отлично, убежали отсюда. Быстрее уходим. Отлично, ушли. Ныряем. Нет, морж, не доставай меня здесь. Отлично. Все, уходим. Спасибо, меня вытолкнули. Как же сложно управлять. Мне еще эти орлы берут поганые. Поганые орлы. Я уже горю, ребята. Отчего я горю? Здесь же нельзя уходить из Арктики. Точно. Давайте еще попробуем сходить на вулкан. Мы еще на вулкане сейчас не были. Может быть, на вулкане мне больше сейчас повезет. На вулкане... Ох ты, какая лава здесь. Насыщенная прямо вся, такая сочная лава. Так, тихо. В норочку идем. Так, тут у нас... О, вот у нас норка, смотрите, есть. Норочка прямо здесь находится. Осторожно. Так, как бы мне здесь находиться? Мне очень сложно здесь находиться, видите, я не могу. Вот, все, нашел положение хорошее. Все, мы будем теперь здесь ждать в норке кого-нибудь. И кусать тех за хвост, если получится. Вон, смотрите, крокодил уже. Крокодил. О, не успели укусить просто. Но ничего страшного, сейчас мы... Пойдем лучше в другое место тогда. Но на самом деле, ребята, если вы хотите прокачаться до Черного Дракона очень быстро, то мне кажется, что не стоит играть на телефоне, потому что на телефоне реально как-то сложнее играть, чем на компьютере. Так что лучше играть все-таки на компьютере, а не на телефоне. Так, и наконец-то, ребята, мы прокачались уже до ослика. Сейчас мы уже туда пойдем на сушу тогда. Вот, берем ослика. Отлично! И теперь мы можем кого-то затроллить даже. Так, давайте попробуем. Офигеть! Я не думал, что я смогу даже до ослика прокачаться. Так, давайте пойдем ближе к вулкану. Сейчас главное, чтобы нам повезло. Главное, чтобы мы нашли какое-то большое, сильное животное, у которого будет очень мало жизней. И тогда мы сможем его убить своими копытами. Но такое редко когда бывает, но бывает. И такое можно встретить в игре. Главное, чтобы мне повезло сейчас. Ух ты, грибочек. Привет, грибочек. Так, толкаем его. И кушаем его. Так. Мы уже прокачались, ребята. Мы уже прокачались до следующего животного. Так, тихонечко, давайте уйдем обратно в море, а то там орел какой-то был опасный орел. Так, мы уже скаты, ребята, Так, тихонечко прокачиваемся. Ныряем. Да что ж такое-то, я же нажимал. У меня почему-то экран плохо реагирует на пальцы. Что ж такое-то, почему все так сложно? Ха-ха, орел взял улитку вместо меня, так тебе и надо. Вот еще акула мне помогла. Вот уж...
Вот уж не повезло этим орленкам. Да что ж такое-то? Я орлов этих вообще не вижу, они прилетают откуда-то издалека. Ну все, похоже, ребята, мне конец, Да, ребята, мы погибаем от этого орленка, но ничего страшного, это всего лишь приложение на телефоне, здесь реально сложно играть. Так что пишите, ребята, до какого животного вы прокачались на телефоне, я прокачался только до ската, так что, может быть, в следующий раз мне больше повезет. А на этом у меня все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.